Для начала я хотел бы сказать, что впервые познакомился с вашим творчеством в 96-97 году, когда многие в России посмотрели «Trainspotting» или «На игле» фильм Дэнни Бойла. Тогда я впервые услышал вашу музыку. Это был трек, написанный с Ником Мьюром и вокалисткой Кьо «For What You Dream Of». У нас тогда практически не было интернета, и мы мало что знали об английской андеграундной музыке, поэтому она стала для нас настоящим откровением. Затем я нашел ваш диск, созданный для лейбла Global Underground в Сиднее. Он буквально поразил мое воображение. Для меня это был особый момент, потому что я понял, что влюбился в электронную музыку. Я очень вам признателен за это. Все это подтолкнуло меня, да и не только меня, на занятия диджеингом. Я к тому же стал вести свое радиошоу. Спасибо вам, Джонни, вы для нас учитель и гуру. Итак, приступим к первому вопросу. С вашей точки зрения, что происходило с танцевальной музыкой в эти годы? В каком она состоянии? Что изменилось в лучшую, а что в худшую сторону? Не кажется ли вам, что все стало чересчур коммерческим? Уж точно не для меня. Я по-прежнему играю ту музыку, которая мне нравится. Все дело в страсти. Моя страсть воплощается в хорошей, качественной музыке. Эта музыка заставляет тебя по-особенному двигаться. О, у этого трека нехилый коммерческий потенциал. Вы знаете, это не про меня. Я не гонюсь за треками, которые в статусе опиум для народа. Просто потому, что они в чартах. С другой стороны, глупо отрицать, что в определенном смысле электронная музыка и вообще клубно-танцевальная сцена стали более коммерческими. Но если мы обратим свое внимание на андеграунд, то увидим, что дела там тоже идут неплохо. Сцена растет и развивается. Люди вроде Ричи Хоутина или Майи Джейн Коулс, да и калибром поменьше, по-прежнему играют востребованные сеты. Это были восхитительные годы. Андеграунд чувствует себя так же хорошо, как и мейнстрим, хотя СМИ уделяют им явно непропорциональные объемы внимания. Но если вы отправитесь на крупную техно-вечеринку, то вы увидите, сколько там пришло людей, с каким размахом все проводится. На всех своих уровнях электронная музыка — это здоровый организм, потому что решающий момент здесь — это дело вкуса. Хочешь слушать коммерцию? Перед тобой огромный выбор. Underground, пожалуйста, выбор всегда остается за слушателем. Следующий вопрос. Электронная музыка развивается быстрыми темпами. Джонни, расскажите о вашем прогнозе на будущее в этом плане. Честно говоря, все зависит от новых продюсеров и диджеев, которые появляются на сцене и меняют направление движения в сторону нового саунда и новых стилей, которые затем начинают нравиться публике. В данный момент выпускается много хорошей музыки. Теперь ее делают, задумываясь как о карьере, так и о репутации. Никто больше не расценивает музыку как часть игры в большие деньги, потому что люди больше не покупают музыку так, как делали это 10 лет назад. Ты просто делаешь хорошую музыку, потому что она способствует твоему карьерному росту в роли диджея. Мы видим, что люди делают записи с чувством более, так скажем, искренне. Потому что они знают, что если запишут отличный трек, это все равно не дает никаких гарантий заработка кучи денег, но это однозначно способствует развитию диджейской карьеры. Я лично хотел поблагодарить вас за прекрасный последний альбом The Traveler. Он хорош. Я знаю, что вы с Ником Мьюром записали его в качестве саундтрека к книге. Книгу прочитать мне, к сожалению, не довелось, но прослушивание The Traveler само по себе эквивалент прочитанного художественного произведения. The Traveler или Путешественник — это первая новелла из трилогии Джона Твелва Хоукса «Четвертое королевство», в которую также входят «Темная река» и «Золотой город». Насколько вероятно, что вы вернетесь к оставшимся двум частям книги и напишете к ним саундтрек? Потенциально, почему бы и нет? Мы хотели посмотреть на практике, как примут The Traveler. Пока что реакция и отзывы на релиз самые положительные. Очень приятно слышать от людей, что им понравилась наша работа. The Traveler — это не музыка для танцполов, и одновременно она не воспринимается как простой саундтрек. Слушатели приходят домой, включают его и наблюдают за тем, как разыгрывается их воображение. Думаю, мы достигли той цели, которую ставили перед собой. Судя по реакции слушателя, им нравится концепция, проект и финальный результат. Время покажет, потому что все только начинается, ведь The Traveler вышел в октябре 2014-го, и у него есть все предпосылки к успеху. Скажите, пожалуйста, не планируете ли вы с Ником Мьюром продолжить работу в кино? Нет ли желания написать музыку к какому-нибудь фильму? Да, мы с удовольствием взялись бы за подобный проект, но окончательное решение всегда остается за продюсером кинокартины. Если ему нравится наша прошлая работа, и он решит выйти с нами на связь для сотрудничества, то мы с удовольствием откликнемся на подобное предложение. Да, все ваши российские поклонники верят в это и надеются, что именно так и произойдет. Окей, следующий вопрос. Как вы думаете, есть ли в электронной музыке потенциал влиять на политическую ситуацию в обществе? Если да, то каким образом?
По правде говоря, я думаю, что электронная музыка и вечеринки — это возможность выскользнуть из тисков обыденности. Работа, вечерние выпуски новостей, в которых рассказываются про катастрофы, несчастья и конфликты в различных частях света. Иногда людям хочется забыть обо всем об этом и просто пойти потанцевать. Поэтому для меня музыка — это способ убежать от реальности, пускай и ненадолго. Я не считаю, что музыка должна быть политизированной. Она должна освобождать людей от будничных оков и погружать в эйфорию хотя бы на пару часов. Любовь, свобода и музыка как спасение, да, именно. Мир сегодня — это очень напряженное, полное стрессов место. Всегда должна быть лазейка, ведущая в счастье. Отлично, тогда последний вопрос. Мне нравятся ваши компиляции «Bedrock Life in Cordoba» или «В Лондоне». На днях, кстати, вышел «Life in Montreal». Готовите ли вы какой-нибудь сюрприз для московских и российских поклонников? Ну, что-то вроде «Bedrock представляет Life in Moscow». Мы никогда не строим настолько далеко идущие планы. Ключевое значение обретает запись лайва. Мы потом ее слушаем и решаем, выпускать релиз или нет. Все наши предыдущие региональные релизы не были четко расписаны, типа мы запишем вот этот лайв в Англии или этот сет в Аргентине. Мы слушали запись постфактум и принимали решение. Именно такой подход делает наши лайв-релизы настолько органичными и тепло принимаемыми публикой, потому что они получаются незапланированными, очень естественными. Предварительная подготовка съемочной группы, обсуждение планов, раскадровки, сценариев — это не про нас. Все пишется, как говорится, одним дублем. Получилось хорошо, окей, будет релиз. Но если вечеринка вроде бы и прошла с успехом, но я не уверен, что микс был достаточно сильным, тогда отбой. Как я уже сказал, если все происходит на ура и при прослушивании записи меня все устраивает, тогда альбому суждено быть. Сегодняшний вечер, кстати, покажет на деле, выпустит ли Bedrock московский лайв. Джон, спасибо вам огромное за интервью и за вашу музыку. Мы желаем вам удачи. Спасибо. Я Джон Дигвид, и вы смотрите PDJ TV.